Всем привет, это Быть Инди. Сегодня я подготовил для вас новую порцию свежих актуальных новостей. В течение ролика ключ от игры Heroines of Sword and Spells будет разделен на несколько частей. Поэтому советую вам посмотреть внимательно этот ролик до конца и забрать заслуженный приз. Поддержите новую рубрику лайком и напишите свой комментарий. Приятного просмотра. Военная стратегия, разрабатываемая Durs 407, Diplomacy is not an option, вышла 20 сентября 2021 года в демоверсии. Игроку ставится цель пройти цепочку миссий, каждый раз отстраивая замок и защищаясь от значительно превосходящих сил врага, идущих на него огромными толпами. В военном плане упор делается на красоту и масштаб битвы. Игрок видит, как его мощные требушеты выкашивают толпу, а куча стрел вонзается во врагов. Эффект усиливается подчеркнуто гротескной крепостью, которая своим видом доминирует над всем остальным. И, конечно же, это все попадается с хорошим балансом и возможностью использовать огромное количество тактик для достижения победы. Любители странных симуляторов нашли себе новое увлечение – Gas Station Simulator – нишевый тайтл, который уже завоевал внимание геймеров в Steam. Продажи настолько хорошие, что игра даже оказалась среди топ-10 лидеров по продажам. С виду это просто очередной симулятор, только не гаража или мастерской, а старой бензоколонки где-то в глуши. Но процесс ремонта и общего восстановления – это только часть геймплея. Задача игрока в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в эту остановку где-то на шоссе 66. Когда же она приведена в сносный вид, то необходимо заправлять автомобили, помогать клиентам, нанимать сотрудников, закупаться продовольствием и продуктами и многое другое. Игра вышла 15 сентября 2021 года, и на данный момент у игры 84% положительных отзывов, а в SteamDB указывает, что пиковое значение игроков достигло почти 8000 человек. А вы знали, что есть канал Savage Wolf RNM Gaming, на котором присутствует прохождение самых разных игр различных жанров? Тут вы найдете не только новые игры, но и старые ретро-игры детства, атмосферные веселые прохождения, от ужасающих хорроров до нелепых и абсурдных развлекательных игр. Не так давно стартовала разработка проекта Train of Revelations от разработчика Kaiser Games, и игра обещает порадовать всех любителей визуальных новелл, а может и привлечь внимание аудитории других жанров. Действие в игре происходит в сеттинге Восточный экспресс. Игрок может увидеть могучий поезд, почувствовать изящную обстановку окружения и познакомиться с очаровательными спутницами. В голове сразу возникает ассоциация с произведением Агаты Кристи или с одноименным фильмом 17 года. Действующие лица этой игры – антропоморфные животные. Да, почти как в Зверополисе, только взрослее и реалистичнее, а мир глубже и проработаннее. Здесь можно встретить не только конфликт травоядных и хищников, но также расслоение общества на аристократов и простолюдинов, преступников и клерков, бизнесменов и ученых. Главный герой – заяц Даниэль. Даниэль ведет жизнь обычного клерка, но однажды, в результате некоторых мистических событий, он оказывается вовлечен в удивительное приключение с удивительными спутницами. Игра предложит интересный и нелинейный сюжет, глубокий проработанный мир и по-настоящему красивый аудиовизуал, который будет сопровождать игроков на протяжении всей игры. Raw Fury и студия Shedworks опубликовали релизный трейлер Sable – адвенчуры в открытом мире, который явно вдохновлен работами французского художника Мебиуса. Отправляйтесь в незабываемое путешествие вместе с Sable, скользите через бескрайние пустыни и завораживающие пейзажи, осматривайте космические корабли и открывайте для себя чудеса древних цивилизаций. Исследуйте пустыню, оседлав верный ховербайк, взбирайтесь на занесенные песком моментальные руины и встречайтесь с другими кочевниками. Раскрывайте давно забытые тайны и помогите героине выяснить, кто же она на самом деле. Критики уже успели выставить первые оценки, сейчас средний балл на Metacritic составляет 66 и 77 баллов в зависимости от платформы, а на OpenCritic 76 из 100. Среди плюсов выделяют общий дизайн, исследование мира и саундтрек, а вот в числе недостатков журналисты часто отмечали баги, хоть и незначительные. Игра вышла 23 сентября 2021 года и имеет очень положительный рейтинг. На этой неделе на Reddit одним из самых популярных постов в тему гейминг стала забавная анимация обрезанной руки человека, которая бежит на мизинце и безымянном пальцах, а остальными держит пистолет. Она набрала больше 100 тысяч лайков. Оказалось, что это не просто забавная анимация. Игрой занимается разработчик Джефф Рамос, а главного героя зовут Майкл МакВрист. Он сможет бороться с врагами в ближнем бою, надевать кольца для усиления параметров и стрелять из различных видов пистолетов. Рамос работал в свободное время над игрой, которая началась как шутка. Он даже пробовал продвигать ее, но известность пришла с постом на Reddit. Теперь автор пробует найти издателя и сделать из идеи полноценный тайтл. Дата релиза HandCop остается неизвестной. А сейчас самое время посмотреть ваши комментарии, которые вы оставляли под нашим прошлым выпуском. Азат, спасибо тебе за фидбэк, чтобы мы писали в новостях о выходе игр.
Не всегда об этом известно, но мы будем стараться писать, если такая информация есть. Стасоник после нашего выпуска решил купить игры. Интересно, какие тебя привлекли? Потом пиши в комментарии. А Диму Кошеповалову понравилась игра про семейку. И соглашусь с тобой, что на консоли эта игра самая тема. Ну, как минимум, играть на джойстиках. Мы хотим поблагодарить наших спонсоров на Патреоне. Спасибо Китаканоксу и всех, кто нас поддерживает. Мы это очень ценим. И это все новости на этой неделе, которые я подобрал для вас. Пишите в комментариях, пришелся ли вам этот выпуск по душе и какие игры из вышеперечисленных узнали. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить порцию свежих новостей.